Элекс, Элекс, я здесь. So какой план? Подписывайтесь на канал, колпашьте колокол. Весьма вам благодарен. Вам не трудно, а нам приятно. И всем привет, и вы снова на канале шоу Easy Games. Да, ребят, всем привет. И мы сегодня посмотрим игру Raid или Raid. Я точно не знаю, как она правильно называется, но для меня она Raid. Так что не будем медлить, и мы начинаем обзор игры и пробуем в нее играть. И мы полетели. Да, ребят, вот мы и посмотрим эту игру, а то все так ее рекламируют, все так про нее говорят, про эту игру, и я решил сделать на нее обзорчик. Я тут сам без вас в нее чуть-чуть поиграл, ну и посмотрим, что она может, да? Ну тут мне не интересно, да, ребята, играть. Да, потому что я здесь поиграл. Да. А мне надо вот тут вот поиграть. Выбить вот эти вот бутылочки. Давайте выбивать. Я тут команду сколотил. На автомате. Топором об землю. Не. Ну ладно. Мне нравится вот этот вот герой. Вот этот вот. Который побежал, да, вот ударил. Мне нравится, когда он об землю топором бьет. И лапа такая. Во! Баба! Еще разок. На, с напаса, да? Так. Как быстренько, да, я их уже мочу.
в тот раз все были. Ничего страшного. И опять бутылочка не получилась. Идем в следующий. Так. Что, ребят, давайте еще один боёк сыграем. Ладно. На такой подаче проигрыша мы будем с вами на этом прощаться. И да, ребят,
это Raid Mobile. Так что не забывайте подписываться на канал, колпашить в колокол, ставить лайки или дизлайки, как вам нравится. Это помогает продвижению канала. И не забывайте написать креативный комментарий под этим видео. Да, ребят, и на эту игру я оставлю ссылочку в описании. По моей ссылочке, если вы скачаете эту игру, вы получите легендарного перса, денюшек и каких-то кристалликов. Вот таких вот красненьких. Вот таких, как у меня 160. И будем на этом с вами прощаться. И всем удачи, и всем пока. И да, будь здоров. Поставь лайк. Поставь лайк. Поставь лайк. Если заколебал, подпишись на канал. Шоу Easy Games. Шоу Easy Games. Шоу Easy Games. Подпишись на канал. Я заколебал, подпишись на канал.